В начале недели глава города Елена Ковалева провела прием населения. Всего принято 23 человека. Около половины приходили, чтобы выяснить перспективы решения своих жилищных вопросов. Члены садового товарищества «Колос» обсуждают дорогу к СНТ. Также жители на приеме главы города поднимают вопросы экологии, благоустройства и устройства детей в детские садики. Всего в первом квартале на личном приеме руководителей города побывали 215 ивантеевцев. Заместители главы города готовы обсуждать проблемы, волнующие жителей, еженедельно, в соответствии с записью. Телефон 8 496 536 36 93.